I come in and go ahead. Обычно, когда я прихожу в церкви, и у меня есть возможность говорить слово в разные церкви. Okay. Yeah. Usually I don't get a chance to see the same thing I saw today. I sat in the back. Okay, give me a break. Yeah. Обычно я не вижу, у меня нет такой возможности видеть то, что я увидел сегодня. Я сел сзади. Yeah. I sat in the back and I saw a very powerful group of people here. И я вдруг увидел неожиданно для себя очень мощную, сильную группу людей. I saw the power of God working through you and into the entire church area. Я увидел, что сила Божья является и проявляется через всех вас, работает через всех вас и просто наполняет все это место. I saw the anointing flowing between one person to another as you change speakers. Я видел, как помазание сильное выходило из одного спикера в другое спикера. Когда вы менялись, говорили, я видел сильное помазание выходящее. I saw God's church in action. Я видел Божью церковь в действии. I have never really sat in the back and been able to do the same thing that I've done today, and that's to be very passively watching everything and everybody that and all that was going on. Я редко сижу сзади и просто пассивно достаточно наблюдаю о том, что тут происходит. И я наблюдал за вами. Really. И я очень рад, что я ничего, надеюсь, не упустил, потому что это было мощно. I'm just sharing this because it's really new to my heart to be able to see it from that vantage point. И я просто делюсь этим с вами, потому что это очень новое для моего сердца и очень волнительно то, что я увидел. And I pray for all of you because I really feel that the power is the synergistic effect of each one of you coming together with the others. Oh, let's give you a different word. Yeah, unity. И я рад молиться за всех вас, и потому что это такой эффект единения, который усиливает вас через друг друга. And I am honored to be any part of it that the Lord will allow me to be. И я был бы счастлив, если Бог мне дал какую-то часть здесь, если Он имеет для меня хоть какую-то роль в дальнейшем. Он говорит, я обычно не позволяю всем подряд молиться за меня, а тут я готов вам позволить помолиться за меня. I didn't. Amen. Praise God. Well, praise God. Слава Богу. I wish one thing above all else. Я хочу одно более чем всего остального. I wish I were able to give my talk on the basis of the spontaneity that the Holy Spirit can play when I'm not being translated. Я, конечно, хотел бы. Да. Он говорит, я, конечно, хотел бы спонтанно говорить и не делать перерывы на то, чтобы меня переводили. А я говорю, может, ты хочешь выучить нас язык? Amen. Right. And I thank you very much for letting me share this. You want to receive you want to receive gift of Russian language, your supernatural. Больше. Yeah. It's very comfortable to be here. Мне очень-очень удобно. Я чувствую себя удобным здесь быть, как бы комфортно. Brothers and sisters in the Lord. Вы мои братья и сестры в Господе. Yeah. And I think it's more important for me to see you than for me to even be sharing things that I've seen and felt. Для меня значительно важнее увидеть вас, кто вы, чем поделиться тем, что я могу поделиться. Аминь. Thank you. I would very much appreciate it. Я говорю, позволишь ли ты нам за тебя помолиться? Он говорит, я очень буду это ценить, оценю. Так что давайте помолимся. Okay. Спасибо.